Третья лекция. Лекция действия при ЧС. Как только вам поступает информация о теракте или похищении, вы должны уведомить об этом состав. Каждый сотрудник специального отряда обязан взять комплект оружия, бронежилет, щит и набор объектов. Собрать весь свой состав, находящийся рядом с офисом в гараже, или, если количество сотрудников ИМЮ слишком мало, разрешается привлечь сотрудников Академии. После уточнения места ЧС, главнокомандующий обязан указать всему ИМЮ место сбора. Выдвинуться на место сбора всего ИМЮ. По прибытию на место сбора вникнуть в курс дела. После получения информации от ФБР распределить роли между ПД и выбрать грамотного переговорщика. Отправиться со всеми ИМЮ на место ЧС. Отдать приказ об оцеплении места ЧС. После оцепления территории распределить бойцов по периметру. Вывести гражданских из зацепления. После установки связи с террористами выяснить информацию о заложниках. Если заложников нет, разрешается незамедлительный штурм. Но если они есть, штурм нужно более тщательно продумать, дабы не навредить гражданским. Устранить террористов, освободить гражданских. Передать раненых сотрудникам МЗ. Когда сотрудники ФБР соберут всевозможные улики, снять оцепление, лекция окончена. Так, да, я дополню еще, Влад. Короче, перед тем, как выехать в департамент, в гараж, где вы собрались, нужно собраться в брифинг-зале, это именно этот зал. Вам директор выдаст роли, либо же глава СИД, что делать. Далее вы выезжаете в гараж. И также, если мало людей в МЮ, то можно привлечь сотрудников МО, Министерства обороны. Если мало людей. Вот, в принципе, все. Вопросы есть по лекции? Привлечь сотрудников Министерства обороны или же академиков. Отлично.